Итак, всем привет! В этом ролике мы поговорим о Windows 11. Свершилось, Microsoft выпустила финальное обновление 22H2 для всех. Доступен образ и доступно в центре обновления, в круге JEC для всех. Это у нас Moment 1, обновление для этой версии. Оно выйдет несколько позже, как я говорил ранее. Кто подписан на YouTube канал, тот видел эти видео. Так. В данный момент мы будем рассматривать обновление на вот таком железе. Это не живое железо, это Apple Silicon. Это у нас виртуальная машина. Вот наш образ. Мы его монтируем и нажимаем «Установить», так как тут есть виртуальный TP. Нажимаем «Далее» и немножко подождем. А сейчас я покажу. Сборочку 22000 1042, версия 21H2, то есть я вас не обманываю. Поехали принять. И железо вот Apple Silicon готово к установке. Установить и сохранить личные файлы и приложения. Установить. И теперь ожидаем. Ничего не трогаем, можем откинуться на спинку стула и ждать. Для вас это все будет ускорено. Эти манипуляции проделываются, потому что Microsoft запретила обновление для России и Беларуси. VPN помогает только если у нас накопительные обновления. Ожидаем. И вот наша перезагрузка. Новая анимация запуска. Все пошло обновление. Вот у нас теперь уже экран входа, мы нажимаем, вводим пароль и немножко подождем, чуть-чуть. Еще раз перезагрузим.
Затем, как мы установили сборочку 22621382, мы включаем VPN, он у меня уже включен. Переходим в параметры, центр обновления и нажимаем проверить наличие обновлений. Для поддерживаемых компьютеров на x64 Windows Installation Assistant с официального сайта. Перед этим включаем VPN, те, кто находится в Беларуси, России. Ну и в Media Creation Tool можно скачать образ для x64 архитектуры. Обновления ставятся все на ARM. Если возникнет ошибка с открытием настроек после обновления, жмем «Восстановить» и восстанавливаем компьютер в исходное состояние. Такое бывает. Бывает. Это ничего страшного. Нажимаете «Сохранить мои файлы». И все. Файлы вы не потеряете. А в целом все прекрасно. Давайте подождем еще немножко. Для вас это все будет ускорено. Теперь мы перезагружаемся. Входим в систему 22621521. Включим VPN и еще раз проверим наличие обновлений. Программа предварительной оценки у меня отключена. Проверяем еще раз. Идем смотреть с вами версию Windows. Все. Ставим лайк, пишем комментарии, подписываемся на YouTube-канал, на канал Яндекс.Дзен и на Telegram-канал. Если кому-то нужен образ для армов, вступаем в Telegram, я дам ссылочку. Будет в Telegram-канале. Всем пока, до встречи!